Лабиринт. На конкурс. Дети читают стихи. Водовозова Анна, 5 лет. Пусть будет мир. Ольга Маслова. Как надоели войны на свете. Гибнут солдаты и малые дети. Стонет земля, когда рвутся снаряды. Матери плачут, и плачут комбаты. Хочется крикнуть: люди, постойте! Войну прекратите, живите достойно. Гибнет природа и гибнет планета. Ну неужели вам нравится это? Война – это боль, это смерть, это слезы. На братских могилах тюльпаны и розы. Над миром какое-то время лихое, где правит война, никому нет покоя. Я вас призываю, нам всем это нужно. Пускай на земле будет мир, будет дружба. Пусть солнце лучистое нам всем сияет, а войн никогда и нигде не бывает.